Уважаемый зритель, для начала подпишитесь на данный канал, нажмите на колокольчик и поставьте лайк. Спасибо. Пацуанская плотина, освободившемуся вору в законе предъявлено новое обвинение. Как стало известно я Prime Crime, Сегодня во Владимире взят под стражу 54-летний вор в законе Фридон Сулак Квилидзе, более известный в криминальной среде как Пуцуа или Гача Зистафонский, только что отбывший срок наказания в печально известной тюрьме, именуемой Владимирским Централом. По материалам годовой давности грузинскому законнику предъявлено обвинение в дезорганизации деятельности исправительного учреждения. Примечательно. Что за аналогичное правонарушение, совершенное ранее в тюрьме Ильца, в 2015 году Сулак Велидзе накинули дополнительные два с половиной года к первоначальному восьмилетнему сроку за вымогательство. Характер предъявленных обвинений, как нельзя лучше, говорит о строгом соответствии под нормам воровского поведения. Данная, самое что ни на есть воровская, статья. В прошлом бывшая в ходу матерых урок, в наши дни стала большой редкостью, тем более, примененная к заключенному вору повторно. Простыми словами, отстаивая свою честь, вор не оставлял без ответа провокации и оскорблений в свой адрес со стороны сотрудников тюремной администрации. По нашим данным, последний эпизод, вменяемый под СУА, произошел в феврале прошлого года при следующих обстоятельствах поставленный на растяжку вор, когда надзиратель ударил его по ноге, чтобы он поставил ноги пошире, в ответ ударил надзирателя по лицу. На воровском жаргоне это называется оборотом, который вор, обязан дать любому, кто бы ни коснулся его физически, в избежание потери авторитета. Теперь за подобное следование букве закона, вору светит новый срок, который при соответствующем оперативном подходе может продолжаться до бесконечности. Впрочем, по истечении наказания дальнейшая судьба Пуцла уже заранее предрешена. За три дня до календарного звонка сотрудниками ГУР МВД России до Сулак Велидзе было доведено решение за министра о нежелательности его пребывания на территории страны на пожизненный срок. Причиной такого отношения, как было пояснено вору в законе оперативниками, является высокая опасность которую он представляет для общественного строя Российской Федерации. По внешнему виду речи по Цуане трудно заметить, что годы, проведенные во Владимирском Централе, не прошли даром для его физического и психического здоровья. Судя по всему, когда бы вор в законе не оказался на свободе, первое, в чем он будет нуждаться острее всего, это длительная реабилитация. Подпишитесь на данный канал. Нажмите на колокольчик и поставьте лайк. Спасибо.